выступ. Спасибо, что пришли. Надеюсь, экспертная комиссия поставит вам высокие заслуженные оценки своими чемпионами, виду войдет и меры. Зам. Женя, не проходите. Вадим Батурова, начальник отдела Самаира, экспертную комиссию, которая будет судить вас. Рим Барзыр, эксперт с российской категории, Кудрявцева Нина Георгиевна. Проходите с собачками по кругу. Могли бы похлопать. А сейчас похлопаем. Ринг русско-европейский клаек, эксперт с российской категории Поляков Александр Иванович. Ринг западно-сибирский клаек, эксперт с российской категории Курилкин Вячеслав Александрович. Где наши западные? Вон они, не видать. Вон. Ринг карелогинский клаек, эксперт с российской категории. А вот запад вот есть. Вон. Еще вон и польский. Ринг русский гонщик, эксперт с российской категории Корнеев Николай Сергеевич. Карелок больше, чем западный. Ринг русской пеги гонщик, эксперт первой категории Чекунов Александр Викторович. Ринг норных всех пород, эксперт второй категории Мичурин Александр Валентинович. Ринг Пинтеров, эксперт второй категории Матвеев. Ринг английских секторов, эксперт второй категории Дасов. Ринг ирландских секторов, эксперт второй категории Перепелкина. Ринг шотландских секторов, эксперт с российской категории Александров. Ринг бретонских компаньонов, эксперт первой категории Антонова. Ринг курскаров кобелей, эксперт первой категории Карцев. Ринг курскаров сух, эксперт первой категории Малютин. Ринг Драткаров кобелей, эксперт первой категории Исаев. Ринг Драткаров сух, эксперт с российской категории Демидов. Ринг спаниелей, всех групп, всех пород, эксперт второй категории прошек. Николай Иванович всех ведет. Не пусть ведет. Что вам? Я уже там. Я курирую, до сих пор не могу понять, что это такое. Но уже не первый год. И никто не знает. Ну что, я так понимаю, наверное, по рингам? Я просто не вязал. А я два года шурировал. Вот рассказывали, что это значит. Чем я должен заниматься? Это, наверное... Ну такой парад у нас на московской выставке. Вот столько собак у нас.
Лайк мало. Все готовятся к всероссийской выставке. Ну, это же радость. Конечно. Я здрасте. Конечно. Да, конечно. Как вы поживаете? Взаимно. Ну, еще живая. Нет, дай бог. Ну вот, все закончилось.